68-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией построен начальник штаба полковник Френди. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас со всенародным праздником! Днем Победы! Ура! 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 Командовать стоит тут невозможно. А вот когда я командую после того, шагом марш, и с первым ударом. Хорошо. Все понятно? Понятно. Ну-ка, ну, проверим. Шагом. Поволновались, ребята, а сейчас все нормально. Все нормально. Эти войны были черными березами. Победы. Это не просто наша общая память, не наша общая история. Это командовать парадом вице-адмирал Елисеев. Председатель Совета ветеранов Крымской дивизии ПВО полковник Кончаренко. Thank you.
ветеранов госпиталя возглавляет Николай Степанович, партизан Белоруссии, участник прорыва через линию прях противников, подавляющее большинство участников боевых действий. За мужество и стойкость. Клинник Микола Гаврилович, він учасник великої вітчизни. У складі колони з ветеранів військово-морських сил України крокують учасники бойових дій в Афганістані. Закалили свой характер и волю и подняли из руин нашу страну. Слава вам, верные сыны и дочери Отечества! Yeah!
Они у нас такие боевые гвардейцы.